Доброго времени суток! С вами Краснова Дина. И в сегодняшнем уроке мы с вами рассмотрим, как отражается переработка материалов в программе 1С Бухгалтерия 8, редакция 2. То есть наш с вами пример будет касаться такой операции, когда вы отдаете на переработку какой-то материал, а затем отражаете его поступление. И в данном случае у нас будут использоваться два документа. Они находятся оба в меню производства. Закладка третья, передача в переработку. И вот здесь вот как раз два документа. Это передача в переработку и поступление из переработки. Сначала мы с вами сделаем передачу в переработку. Нажимаем добавить. И здесь у нас будет сырье, потому что мы передаем материалы. Выбираем нашего контрагента, кому ООО «Лотос». Договор выходит автоматически. И теперь нам нужно добавить товар. Заходим в папку материала, поскольку это материал. Естественно, данные материалы у вас должны быть уже оприходованы при помощи документа поступления товаров и услуг. Поступление товаров и услуг. И вот здесь мы выбираем комплектующие изделия, то есть как раз те материалы, которые мы будем передавать на переработку. Количество 10 штук у нас их. Обратите внимание, сразу выходит счет 10, субсчет 0,7. Ну и на закладке дополнительно можно указать грузоотправителя и грузополучателя. После этого проводим документ. И смотрим проводки. То есть здесь у нас проводка 10.07, 10.01 на 10 тысяч. Печатная форма здесь М15, накладная на отпуск материалов на сторону. То есть вот так мы с вами отразили передачу товаров в переработку. Теперь нам нужны данные материалы, которые мы отдали в переработку, принять от предприятия, которое их переработало. Для этого нам нужен документ поступления из переработки. Заходим, нажимаем «Добавить». Выбираем нашего контрагента. И здесь обратите внимание, у нас будут заполняться две вкладки. Вот это вот третья вкладка «Счет затрат» и четвертая вкладка «Материалы», поскольку мы отдавали материалы и получаем обратно материалы. Заходим, выбираем наш материал, комплектующие изделия, количество 10. И счет затрат у нас 20.01 по умолчанию выходит. Соответственно, мы его оставляем. Если у вас какой-то другой счет, соответственно, вы заходите, выбираете другой счет. Ну, также выбирается подразделение, то есть это цех, куда списываются данные материалы, там цех, отдел и так далее. И номенклатурная группа. И вот эта вкладка «Материалы». То есть больше ничего здесь не заполняется. И после этого можно провести документ и посмотреть проводки. Проводка здесь будет 20.01, 10.07, то есть мы напрямую списали материалы, которые приняли из переработки. Вот так в программе 1С Бухгалтерия 8 редакции 2 отражается передача материалов в переработку и поступление их из переработки. С вами была Краснова Дина, до встречи в моих следующих уроках. Thank you.